арт-рок, современный джаз и рок-н-ролл. В каждой песне своя душевная история. По задумке солиста московской группы «Большой ногами», автора текстов Дмитрия Сорокина, «Лунный медведь» подсматривает за нами и пишет свои заметки. Мы привезли вам небольшую камерную такую акустическую программу. Называется она «Записки лунного медведя» и состоит в основном из песен, которые вошли в наш второй альбом, который, в свою очередь, вышел в ноябре прошлого года. Необычное название группы оказалось не случайно. Дмитрий рассказал, что у него большой размер обуви, который раньше в магазинах трудно было найти. В итоге придумал себе шуточный псевдоним «Большой ногами». Чувство юмора, самоирония и искренность во всех песнях группы. Ты прячешься в шорохе снов и дожде, и я юный, мне 40, улыбнусь, уходя. Концерт живой музыки группы «Большой ногами» стал приятным подарком для гостей Одинцовской библиотеки номер 1. И, кстати, за 7 лет существования это выступление стало для группы 102-м по счету, признались музыканты. Хороших песен хватит еще на много творческих встреч. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».